Каким я вижу современное телевидение в идеале? Во-первых, без душераздирающих негативных новостей, и чтобы как минимум появились еще конструктивные, какие-то позитивные, жизнеутверждающие новости, побольше передач и вообще культурных, культурно-развивающих, поддерживающих каких-то программ. Этого, мне кажется, очень мало. Есть отдельный канал «Культура», но, знаете, как-то это все возвели в ранг для старперов, извините, для, вот, ну, я очень грубо сказала, но вот такое получилось действие. А культура – это же, ну, культура всего, культура жизни, культура питания, общения. То есть современное телевидение я хотела бы видеть таким, чтобы каждый канал, ну, хорошо, если даже не все вместе объемлет, то хотя бы было какое-то разделение, что, ну, созидательное, одним словом, позитивное.